Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Дела сердечные или осторожно, жара. В крае резко возросло число инфарктов и инсультов. Плывем по проспектам и улицам. Почему барнаульские ливневки не справляются с потоком воды? Ну ты лопух. Растение-кушанье наших предков покорило своим вкусом гостей гастрономического фестиваля, который прошел в Алтайском предгорье. Крупный пожар случился сегодня в Барнауле на шинном заводе. Загорелась градирня, башня для охлаждения воды. Сообщение о возгорании в МЧС поступило в полдень. Пожарные тут же выехали к месту ЧП. Потушить огонь им удалось быстро, всего за 16 минут. Но при этом успело выгореть больше 100 квадратных метров. От пожара серьезно пострадала башня для охлаждения воды, обгорела обшивка стен. По предварительной информации, причина ЧП – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Добавим, это третий крупный пожар за сутки в крае. Минувшей ночью в Бийске частично выгорел склад стройматериалов, а в Новоалтайске – котельная. По предварительным данным, возгорания случились из-за короткого замыкания. К счастью, ни на одном из трех пожаров никто не пострадал. В Алтайском крае из-за жары участились случаи инфарктов и инсультов. Об этом накануне рассказали на пресс-конференции в Минздраве края. Врачи рассказали, ежедневно в июне на скорой помощи в Алтайский кардиологический диспансер доставляют до 20 пациентов. За месяц 600 человек. В целом же только за первый месяц лета в больнице и поликлинике края обратилось больше 10 тысяч человек с сердечной недостаточностью. Есть случаи летального исхода. Из-за жары на больничные койки прежде всего попадают дети и пожилые люди, в том числе и сердечники и дачники. Последние, отмечают кардиологи, зачастую сами доводят себя до инфаркта. На приусадебных участках трудятся, что называется, до седьмого пота. А летом это категорически запрещено. С 11 до 4-5 часов находиться в помещениях или кондиционируемых, или хорошо проветриваемых помещениях. Ни в коем случае, естественно, да, даже в теньке, как некоторые садоводы, ну, мы в теньке там работаем, да, то есть никакой физической, должна быть ограничена физическая нагрузка. Платить за коммунальные услуги будем больше. С 1 июля увеличились тарифы на воду, электричество, газ и прочие блага. Какие еще изменения ждут россиян, в том числе жители нашего края в этом месяце, расскажем прямо сейчас. Очередное и совсем недолгожданное увеличение платы за коммуналку. Так, более чем на 5% с 1 июля выросла стоимость гигакалории у барнаульской генерации. За тепло платить больше придется и жителям, которых обслуживает МУП «Энергетик». С 1 июля также подорожала холодная и горячая вода, водоотведение. Теперь за кубометр горяченькой, например, мы будем платить 138 рублей 63 копейки, что почти на 6 рублей больше по сравнению с предыдущим месяцем. Электроэнергия подскочила сразу на 4,9% для тех горожан, у которых установлены электроплиты. Остальные будут пользоваться светом и прочими электроприборами, заплатив за киловатт-час почти 4 рубля. С 3 июля проверять водителей на состояние опьянения будут по-новому. К привычным методам тестирования добавили еще один. Теперь подозрительного шофера попросят не только выдохнуть в алкотестер и сдать анализ мочи, но и кровь из вены. Эту процедуру выполнят врачи в ближайшем медучреждении. Достаточно 0,3 грамма на литр крови, чтобы получить штраф 30 тысяч рублей и лишиться водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. И еще. С сегодняшнего дня работникам бюджетных организаций будут переводить заработную плату исключительно на карту МИР. Виза и MasterCard для подобных операций остались в прошлом. Эти счета иностранные, на такие с 1 июля банкам запрещено перечислять деньги. Многие организации уже перевелись на МИР. Если же вы получили зарплату на прежние карты, специалисты советуют обратиться в банк с заявлением о переводе денег, иначе ваши средства вернутся обратно в бюджет. Елена Кузовкина, наши новости. В Барнауле стартовал второй этап зачисления детей в первые классы. На этот раз заявления принимают от родителей ребятишек, которые пойдут учиться не по месту жительства. Документы принимают с сегодняшнего дня и до момента заполнения свободных мест в выбранных школах, но не позднее 5 сентября.
Подать заявление можно онлайн через региональный образовательный портал либо сайт госуслуг, а также непосредственно обратившись в школу. К заявлению прилагается документ, удостоверяющий личность заявителя, оригинал свидетельства о рождении ребенка, заключение и рекомендации психолога, медико-педагогической комиссии и другие. Если родителям не удалось зарегистрировать ребенка в выбранную школу, они вправе требовать уведомления об отказе и обращаться в комитет по образованию в Барнаула. Специалисты уже обещают в индивидуальном порядке подобрать близлежащую школу и зачислить ребенка на свободное место. Отметим, всего в 2018 году в первый класс пойдет более 8 тысяч учеников. В администрации Барнаула сегодня обсудили, как заставить работать городские ливневки. Очередной мощный ливень показал, инженерные сооружения не справляются с потоком воды. Такая же ситуация с Нагорным парком. На выходных там сошел оползень со склона прямо на новую набережную. Тему продолжит Ирина Корчагина. Никогда такого не было, и вот опять. В субботу на набережную Барнаула сошел оползень, завалив грязью пешеходную зону. Вчера после сильного ливня история повторилась. Напомним, в проект вложили 106 миллионов рублей. Но от этого грунт на склонах не стал крепче. На днях Сибирская ассоциация архитекторов раскритиковала лицо города, обнаружив много нарушений, в том числе в подпорных стенках на террасах. Даже не специалисту видно, в воде уходить некуда. Когда в мае набережная готовилась к открытию, глава города предложил организовать здесь торговлю. Но почему-то никто не предложил почистить ливневки и поставить сетки на склоны. Вот нужно было действительно везде проставить, потому что все равно какие-то, да, действительно сеточки нужны. Но я думаю, что, наверное, просто времени у строителей не было. Я еще иду, думаю, что там, почему ливневки вот здесь вообще не видно. Вокруг набережной сложилась интересная ситуация. Ее обслуживает комитет по дорожному хозяйству, а склоны относятся к Нагорному парку. В ближайшее время будет решаться вопрос о том, какие меры нужно предпринять, чтобы это не повторялось, и кто восстановит сейчас этот склон. Из-за мощного ливня пострадал не только Нагорный парк. Улица Озерная оправдала свое название. На дороге образовалась воронка. Поплыли улицы Попова, Антона Петрова, Северо-Западная. В воде стоял весь город, в том числе центральные улицы. Плывем по Ленинскому проспекту. Лужа маленькая такая. ЧП в Нагорном парке час назад обсудили на совещании в администрации города. В ближайшее время мы расскажем, что чиновники решили делать с барнаульскими ливневками или с их отсутствием. Ирина Корчагина, Павел Лауринин. Наши новости. Экономическая политика края нуждается в срочном обновлении. К такому выводу пришли участники круглого стола, который прошел в сибирской медиагруппе. Известные алтайские ученые, предприниматели и политики обсуждали экономические проблемы региона и предлагали для их решения новые подходы. О них расскажет Елена Макаренко. Смену руководства края, подчеркнули участники, усилила запрос жителей на обновление разных сфер жизни региона. По мнению экспертов, пора пришла внедрять принципиально новые подходы и решения в экономическую политику края. Одно из предложений – активное развитие в регионе торговли, но не розничной, как прежде, а оптовой. Мы находимся на границе почти с тремя странами, да? Казахстан, Монголия, Китай. Если они будут у нас делать закупки наших не розничных предприятий, а оптовой торговли, то мы сможем и увеличить количество мест, и объем производства, и доля торговли в ВРП страны будет расти. Еще один драйвер экономики, по мнению Валерия Мищенко, строительная сфера. Увеличение ввода жилья повышает доходы бюджета и положительно влияет на решение социальных вопросов. По мнению другого ученого, властям края ставку нужно делать на пищевую промышленность. Она даже во время кризисов дает устойчивый прирост. И Алтайский край на это может и сыграть. Потому что сельское хозяйство зависит от сезона, а пищевая, люди едят всегда. Говорят, даже во время кризисов люди едят больше. Это не эластичное производство, не эластичная экономика. Люди не могут отказаться от лекарств, от еды. И вот это плюс край. А вот для прорыва в край туриндустрии немало препонов, отмечают эксперты. Один из них – несовершенство законодательной базы. И это серьезно мешает развивать, к примеру, приграничный туризм. Пока им могут заниматься только федеральные компании. Те операторские компании, которые находятся на рынке Алтайского края, либо там в Республике Алтай, они не имеют права по закону, допустим, принимать там или делать выездные какие-то мероприятия, допустим, там вот в соседствующие с нами страны, там тот же Казахстан или Монголию или Китай.
Вполне прагматические решения озвучил председатель Союза предпринимателей края. По мнению Юрия Фрица, нужно снизить или даже отменить краевые налоги для мелкого и среднего бизнеса, развивать собственные источники электроснабжения, начинать осваивать правый берег Оби в Барнауле и перенести ближе к городу строительство объездной дороги краевой столицы. Трасса в 40 километрах от Барнаула, считает Фриц, для транзитного транспорта, и деньги попусту будут закопаны. Если ее приблизить, и условно говоря, между аэропортом и городом, значит, пропустить, будут вовлечены потоки Новоалтайска, Барнаула, значит, в это движение разгрузится и промузел, который есть у нас, и она будет короче, она просто будет дешевле, потому что дуга короче. Я в свое время мы попытались донести это до прежней власти, значит, неудачно. Дискуссия об экономике региона открыла серию круглых столов, которые пройдут в Сибирской медиагруппе в ближайшее время. На следующей встрече эксперты обсудят социальную политику края. Елена Макаренко, Александр Антропов. Наши новости. Этой ночью столица края не спала. Еще бы! Сборная страны по футболу сотворила сенсацию на домашнем для себя чемпионате мира. В матче 1/8 финала на радость победителей пала не кто-нибудь, а сама «Красная фурия» во главе с Серхио Рамосом. Наш корреспондент Кирилл Политов вместе с тысячами болельщиков сорвал голос. Эмоциями от увиденного он поделится прямо сейчас. Историческую победу Барнаул встретил достаточно буднично. Никаких массовых демонстраций, никаких народных гуляний. Болельщики на улицах после финального свистка скорее редкое исключение. Истерия образца 10-летней давности, когда Гусхидинг и компания отправили домой голландцев, не наблюдалась. Праздновали локально и сдержанно. Это в центре города. Вот так гудела официальная фан-зона краевой столицы. С триколорами в руках, такими же триколорами на лицах и, конечно же, сотнями голосов. Именно так и не иначе, словно в унисон московских лужников. Барнаульцы переживали, гнали вперед команду и все же верили в то, что российская сказка станет былью. Очень болеем за них, переживаем всем сердцем. Смотрели все предыдущие игры, очень хорошо они начинали. Но с Уругваем немножечко не повезло. Но думаю, сегодня мы отпразднуем победу и выйдем в 1/4. Сказка уже наяву свершилась. Осуществить мечты миллионов удалось Игорю Акинфееву. Голкипер столичного ЦСКА сделал практически невозможное. В серии после матча в пенальти Игорь отражает сразу два. В этот момент кажется, что фан-зона буквально разом сошла с ума. Появление в кадре корреспондента – обычный атрибут любого репортажа. На профессиональном языке называется стендап. Это когда журналист говорит текст в камеру. Вот только какие здесь могут быть слова? Одни сплошные эмоции. Отдельная история – судьба нашего барнаульского парня Александра Ерохина. Три матча игрок был в числе запасных. Три матча весь Алтай ждал его появления на поле. Говорили, что у него была травма до и уже во время чемпионата. 97-я минута ответила на все вопросы и разговоры. Вышел, отыграл, впечатление не испортил. Такого результата от сборной Черчесова вряд ли кто-то мог ожидать. «Красная фурия» пакует чемоданы и едет домой. Сборная России тоже пакует и едет в Сочи. Именно там, на стадионе «Фишт», россияне и хорваты разыграют единственную путевку в полуфинал. Это будет там, в будущем. В настоящем победа, историческая победа. Кирилл Политов, Павел Лауронин. Наши новости. А в Алтайском предгорье прошел второй международный гастрономический фестиваль «Ахфест». Он собрал больше 3000 человек, но главным героем торжества стал обычный лопух. Из него приготовили десятки разных блюд, в том числе супы и всевозможные соусы. О перспективах гастрономического туризма в крае и забытом кушании наших предков, претендующем на звание нового кулинарного бренда в Алтайского края, в сюжете Ильи Кочеткова. Праздниками, посвященными еде, на Алтае никого не удивишь. День вареника, пельменинг, Ахфест, проводимый в Алтайском районе второй год подряд, стоит особняком. Его изюминка – алтайские травы и коренья, которые выращивают и перерабатывают здесь же. В этом году хедлайнером, как говорится, фестиваля, организаторы сделали самый обычный лопух. Мы с сыном, праздник-то позиционируется как семейный, отправились в местный дендропарк искать хозяина торжества, сам лопух, но нашли не сразу. О, лопух большой. А скорее лопух маленький.
Организаторы объяснили, урожай собирали еще в мае. В это время растения содержат больше всего полезных веществ. Используют корень. Вот он, густо пахнущий, готовый к переработке. В соседнем цехе из него получают вот такой экстракт. Шеф-повар, телеведущий Василий Емельяненко, специально ради лопухового праздника, приехавший на Алтай, говорит, это прекрасная основа для соуса. А вот зачем добавлять экстракт лопуха? Что он дает блюду? Вот смотри, экстракт лопуха выглядит вот так. Смотри, какой он густой. Видишь, почти как ириска. Соответственно, в блюде он может вести себя как загуститель. То есть мы можем, например, какие-то темные мясные соусы, добавляя экстракт лопуха, делать их более густыми. Он немножко сладковатый, немножко терпкий, есть аромат перемолотой травы. Для примера шеф-повар приготовил перепелку. Лопух придал соусу травянисто-ореховый привкус. Организаторы говорят, фармакологам лопух давно известен как лекарственное средство. Так почему бы не сделать растение еще и гастрономическим алтайским брендом? Почему, например, соевый соус продается там тоннами, там миллионами тонн, и в нем на самом деле кроме вкусовой добавки ничего полезного нет. А корень лопуха, который очень похож по вкусу, и ребята делали прекрасные соусы с ним, так не продается. Главным блюдом фестиваля стал суп с добавлением того же экстракта лопуха. Скажем сразу, нам его не досталось. Все 150 с лишним литров посетители съели за минуты. Но те, кому удалось попробовать, остались довольны. Это будущий такой вид отдыха. Есть люди, которые предпочитают активный вид отдыха. Есть люди, которые предпочитают спокойный вид отдыха. Вот именно вот на такой спокойный вид отдыха, где можно и погулять, получить удовольствие от красоты, но и также получить удовольствие от кулинарных шедевров. Признаемся честно, чего нам не хватило на фестивале, так это, собственно, лопуха. Ни листочка, ни корешка не удалось подержать в руках. В следующем году организаторы пообещали исправиться. Посетители смогут сами собрать и переработать в экстракт свою порцию этого вкусного и полезного растения. Илья Кочетков, Никита Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. Сразу два праздника отметил в минувшие выходные Бийск. 309-ю годовщину и День российской молодежи. Основные торжества традиционно прошли на бульваре Петра. Несмотря на погодные условия, там собрались сотни горожан. Утром в центре Наукограда известные спортсмены и фитнес-тренеры провели массовую зарядку. Весь день для бийчан работали развлекательные площадки. Павильоны предприятий федеральных торговых сетей растянулись на несколько сотен метров. А клуб исторической реконструкции организовал площадку, где люди могли пострелять из лука и поучиться средневековым танцам. Также особо отличившимся бийчанам вручили краевые и городские награды. Так новым почетным гражданином Наукограда стал Александр Гуляев, заслуженный работник физической культуры России, один из основателей Бийской школы самбо. Как никогда в настоящее время это так важно, чтобы молодые люди были очень лоббильные, инициативные, активные, со здоровым образом жизни. Я желаю жителям города, прежде всего, удачи, спокойствия, ну и процветания. Вечером на главной сцене выступили лучшие творческие коллективы города. И даже проливной дождь не удержал многих бийчан от зажигательных танцев. По традиции программа закончилась праздничным фейерверком. И в завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышено давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарство «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Завтра в крае жара заметно спадет. Во многих районах пройдут сильные дожди. В Алейске и Змеиногорске днем около 24 градусов выше нуля, плюс 25 в Кулунде, 26 в Тальменке. В Барнауле ночью до 18 тепла, без осадков. Днем плюс 24 и временами сильный дождь. Ветер северо-западный, умеренный. А у меня на сегодня все новости. До встречи в эфире. Нестор Козин воевал на Западном фронте, участник битвы под Москвой, Висло-Одерской и Восточно-Померанской операций. Особую славу дивизия генерал-майора приобрела под Сталинградом. В 1942 году она прорвала оборону румыно-немецких войск, замкнула кольцо окружения вокруг двух армейских корпусов и разрезала группировку на две части. Затем имитировала подход и изготовку к атаке механизированных частей, используя весь тракторный и автомобильный парк. Деморализованный командир противника, генерал-майор,
генерал Стенеску был вынужден прислать парламентера с согласием сдать в плен все 27 тысяч бойцов. Позже дивизия Козина участвовала в штурме Берлина. За заслуги перед Отечеством ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя носит одна из школ и улица в Барнауле.